Вот приехал управляться на фазенду. Покоя меня все не дает. Как меня обманули. И, конечно, это там копейки. Ну, просто что-то не могу отпустить это. Ну, обманули, ладно. Все равно вот гложет и все. Вот газете по объявлению. Смотрю, пшеница продают. Звоню. Завьялова. Ну и спрашиваю. Продаете? Продаю. А почем? 550 рублей. Я говорю, а сколько в мешке? 40 килограмм. Я говорю, ну ладно. Я подумаю. Ну, на второй день звоню. Ну что, надо брать? Думаю, где больше? Думаю, ладно, по 13 чем-то выходит. Ладно, пойдет. Дешевле все равно не найдешь. Ладно, звоню, привозят. Я говорю, точно 40 килограмм? Ну, хочешь, вешай. Я что, первый год работаю? Ну, думаю, ладно. Думаю, ну, что, человек работает уже не первый год. Перекупом. В смысле, покупает, продает, тем более Завьялова, Знаменка. Ладно, там Омск и Знаменка. А здесь же рядом вроде. Смысл обманывать. Репутация. Но я по себе сужу, что? Завтра же ты встретишься, нахуй, где-нибудь в магазине, все, и тебе в рожу плюнут просто, и все. Ну, зачем такое делать-то? Я понять ничего не могу. Вот, конечно, у всех национальностей всякие люди бывают. Но вот я еще не встречал вот честного хачика. Вот, ну, не встречал. Просто они есть, я не спорю, я... Просто не сталкивался с этим. Чтобы вот я постоянно им не доверяю. Вот люди такие. Вот я не знаю. Просто я не знаю. Как это? Ну, совести нет у человека. Ну, сказал бы, да нет там это. 34. Я начал отпираться еще. Да я сам-то не, мне какое привезли, я такое продаю. Ну, ты же знаешь, что там 40 килограмм нету. Ёпарасоты. Ну, зачем втюхивать-то людям? Я такой не один. Просто не связываться. Ну, я, конечно, что я буду с ним связываться? Ну, просто для меня это уже ноль. Как так можно, я не пойму. Вот Завьялова, я не знаю, на газели на белой ездит. Не знаю, как у него фамилия. Лет 40-45 такой. Картошкой, наверное, занимается, вот это, зерном. Ну, дай бог, пусть занимается. Ну, обманывать, вот я не знаю. Вот у меня такое желание. У них же есть кто-то старший вот над ними. Над этими хачиками. Где-то в Таре, вот в Тару. Или куда они ездят на стрелку, на сборище, я не знаю. Кто-то ответственный за них же есть над ними. Кто-то стоит выше. Вот мне хочется просто сказать вот этому человеку. Ну, просто некрасиво ведут себя твои. Кто они там, друзья или земляки, или не знаю, как их назвать. Ну, просто некрасиво и нехорошо. Вот наболело вот. Высказать решил в YouTube. Пусть кто-нибудь посмотрит. Ну, и сразу подумают, стоит, нет, связываться с этими нерусскими. Вот Завьялова, еще раз повторяю. Так что зерно обманывает. Вот на весы бросил 34 килограмма за место 40. Ну ладно, килограмм. Ну, бог с ним, 2. Там ошибся, может, где. 34 килограмма, 6 килограмм. Ну... Бог ему судья, или Аллах ли, кто у них там, я не знаю. Ну вот что наболело. И вот есть и в Знаменке такой у нас тоже. Не будем показывать пальцем, все его знают. Тоже вот хитрожопый. Ой. Обманывает на каждом шагу. Всегда хвалит свой товар и тут же втюхает. И даже вот без зазрения совести. И похеру ему, как я не знаю, неужели таким людям легко жить?
А может быть легко. Меньше думают, крепче спят. Вот так вот. Не перевод. Есть люди нормальные. Как и у нас, так и у них. Но вот почему-то мне еще не попадался. Нормальный. Ладно. Всем удачи.